27 марта – Международный день театра. В Петропавловске их три. В Русском драматическом сегодня вечером пройдет акция «Ночь в театре». В Казахском музыкально-драматическом поставят комедию «Венецианские близнецы». Не остались в стороне и работники областного театра «Кукол». Здесь наградили сотрудников и актеров. В номинации «Лучшая женская роль» победила Ольга Алпатова. В театре она работает 17 лет, любит выступать для детей и играет в каждом спектакле. Мы воспитываем детей, мы воспитываем их с маленьких лет, чтобы они росли, чтобы у них были какие-то достижения, чтобы у них было какое-то творчество, чтобы дети были, конечно, образованы, чтобы они росли на добрых сказках, так же, как и преподаватели, чтобы объяснять, где добро, где зло. Дети на этом и учатся.